Папа Римский Франциск, находящийся с визитом на Филиппинах из-за непогоды, был вынужден прервать свою поездку в город Таклобан и вернуться в Манилу. Причиной стало штормовое предупреждение. Но Таклобан, переживший 13 месяцев назад разрушительный тайфун Хайян, вновь надвигался мощный циклон. В Таклобане понтифик, одетый в непромокаемую накидку, встретился с жителями районов, особо пострадавших от тайфуна Хайян, с родственниками погибших. К приезду папы Франциска в провинцию Лейта, где находится Таклобан, было приурочено открытие нового детского приюта, названного его именем. Под проливным дождем и при сильном ветре папа провел мессу, участие в которой приняли десятки тысяч жителей города. Когда в Риме я узнал об этой катастрофе, я почувствовал, что должен находиться здесь. И тогда же я решил приехать сюда. Я здесь, чтобы быть с вами. С некоторым опозданием, конечно, но я здесь. Папа Франциск извинился перед жителями города, что по настоянию пилотов его самолета был вынужден проститься с ними на 4 часа раньше.